Итак, привет, мальчики и девочки. Ваше здоровье. Я в аэропорту. Прошел паспортный контроль. Всем рекомендую приходить заранее. Даже не за 3 часа, а побольше. Потому что периодически случается какая-то канитель. Разные люди, разные ситуации. Например, в этот раз... Хотя бы раз паспортный контроль, там надо кучу рамок пройти, надо снять с себя все металлическое, ремни, телефоны, все провести через рамку, самому пройти и так далее. В общем, прошел я, потом поставил печати, зашел в транзитную зону и я обнаружил, что потерял телефон. Пришлось вернуться. Мне обнулили мой билет, обнулили печать в паспорте. В итоге нашел телефон, слава богу, и прошел всю процедуру заново. Так что, ну, теперь я сижу вот буквально у входа в самолет и через часок полечу. Так что все окей. Что, я прилетел, необыкновенные ощущения, особенно если смотришь вот в ту сторону. Не знаю, как на камере видно или нет. Я не про памятник, я вон про те какие-то штучки на заднем фоне. Боже, это круто. Так что вот. Первые пару часов собирал велик. Очень много вещей. Надо что-то с этим делать. Очень много вещей. Мистер Ленин.